Расскажи, что конкретно и где ты покупал? Бензин мне попросил, мне привезли. Я купил только два растворителя, остальное тоже дал денег человеку, он купил мне вот эту серебрянку и керосин. Что в банках находится? В этой банке бензин с растворителем и монтажная пена. В этой банке бензин с серебрянкой. Для чего ты это делал? Хотел сделать горючую смесь. Цель? Попросили, ну я думаю, с целью использовать против населения.